Привет, мои хорошие, с вами Силена Свей, и сегодня у нас очередное супер-мега-приколюшное видео, это покупки секонд-хенда. Я супер-мега-крутая, почему? Да потому что я могу найти кайфовые вещи за супер-маленькие денежки. И сегодня я попала в наш секонд-хенд, где был килограмм за 250 рублей. И сейчас я вам покажу, что я приобрела. Но для начала я бы хотела вам порекомендовать канал про дизайн. Пуховое, меховое. Журналист и дизайнер Даша Московцева ведет видеоблог о дизайне и ремонте. Она рассказывает о нем все, что нужно знать до того, как его начинать. Основы дизайна, советы о том, как обустроить свой дом, а также грунт. Туры по квартирам. Здесь интересные и в то же время недорогие решения. Я всем рекомендую пройти по ссылке под видео. Уверена, что вы найдете там для себя очень много интересного и полезного. Первое, я приобрела вот такую рубашечку, которая у меня. Я от нее вообще просто в восторге, кайфовая. Объясню почему. Я сейчас ее пока пригладила. Я вообще, мало того, что я там еще в магазине увидела. Во-первых, цвет мне понравился. Это первый кайф, да? Второе, я вообще давно присматриваюсь на рубашки, мне очень нравится, и сейчас покажу, как мне нравится носить. Я люблю завязывать их вот здесь внизу и одевать под вот такие разные футболочки, да, сочетать разные цвета. Здесь идет у нас клетка вот в такой цвет, как раз в цвет моей футболки. И вот мне это сочетание очень понравилось на самом деле. Очень классно, если завязать вот здесь вот, да, просто сейчас я вам покажу, уже когда я буду... В общем, посмотрите. Сейчас я расскажу все кайфы ее. Во-первых, здесь идет очень-очень плотная ткань, классная, качественная. Здесь идет двусторонний манжет, то есть его можно носить вот так вот, и также можно его развернуть, и он будет очень красиво смотреться. Манжетик плотный, ткань невероятно приятная, я просто кайфую. Здесь то же самое, вот здесь вот очень видно красиво, как прошита строчка, да, с одной, с другой стороны. Вот здесь идет такая рюшечка такая небольшая, тоже все вот так прошито. То есть, если я ее одеваю на выворот, она здесь очень красиво смотрится, да, то есть нет внутренней какой-то стороны или изнаночной. Мне вообще кажется, что ее на две стороны можно носить. Нет, нельзя. Офигенный, офигенный, такой же красивый у нее ворот. В общем, по вот этим всем моментам, вы видите, как отточены какие-то вот штучки, вот такие вот акцентики маленькие. Внизу, вот здесь, сейчас я ее сниму, вам покажу. Внизу вот здесь то же самое, акцентики на боковиночках, вы видите? И все прошито и сделано очень-очень круто, я вам скажу. Вот посмотрите, как она на мне смотрится сейчас. Фирма моей рубашки называется Brax Feel Good. Вот, посмотрите. Может, кто-то знает эту фирму, она прям очень крутая. Вы посмотрите, как прострочено даже здесь. Дальше покажу сразу это шортики, которые приобрела себе Кристина. Сейчас я их попыталась быстро пригладить, но у меня не получилось на самом деле быстро. А малой не дает мне возможности, знаете, долго выглаживать все эти вещи, поэтому я вам покажу, как они смотрятся на мне, вот в таком немножко неглаженном состоянии, но они очень крутые. Представьте, сколько они весят, если 250 рублей стоит килограмм, сколько они стоят вообще. А цвет красивый, сзади вот такая фирма. Фирма, кстати, это называется Релиш. В общем, посмотрите, как сидят на мне эти шортики. Очень классные. И здесь, кстати, они 97% катон. Хорошее качество. Следующая моя офигенская покупочка, это вот такой топ, он мне очень понравился, во-первых, тигра мне очень нравится, ну, точнее, не тигра, а леопард, наверное, он такой здесь, неявно выраженный леопард, то есть это такой топ, где можно подчеркнуть свою грудь. Он идет мягкий, то есть ткани не мнущиеся, что я очень люблю, очень красивый вот здесь вот, ну, вырез, и застегивается он на такие вот штуки, то есть вот такие вот застежки. Застегивается. И если одевать под него лиф, то он очень красиво держит и подчеркивает грудь. И вот этот цвет, мне кажется, он такой для блондинки мой прям. Ну, она такая, не совсем, на самом деле, нужен прессик, чтобы ходить в таком. Ну, посмотрите, как на мне смотрится. Мне кажется, очень кайфово прям. Мне очень понравился этот топ. Я думаю, что я буду в нем ходить и буду вам снимать в нем видео. Хочу показать вам фирму вот этого топика. Вот она.
Изабель де Педро Маркет. Тиральтин. Вот такая. Из чего это? Вот состав. Вот такой. Следующее, что я вам хочу показать, мне очень понравилась эта накидка, да, потому что эта накидка такая вязаная, белая. Вообще я люблю белые вещи. Это вот такая вот фирма, может быть, кто-то знает, называется... Вот, а слушайте, какая-то известная фирма, я видела даже, честно говоря, магазин. У нас, по-моему, даже есть такой магазин, но я не могу прочитать. То есть очень крутой шрифт. Но я считаю, что для фирмы, для бренда нужно более что-то понятное. Может, конечно, кто-то знает, да, но так прочитать нереально. Борделит. Never established. 1956 год. М-ка. Но она на самом деле на мне сидит хорошо, нормально. Я ее так накидываю. Здесь идут вот такие, когда ее накидываешь. Вот тоже фирмочка, она же прописана тут. Вот она. Когда его накидываешь, получается, что вот эти вот передние штуки, вот эти вот, они как бы внизу свисают, а сзади она короткая, короче. Ну, вы увидите, она вот такая идет, как бы. Не знаю, как это объяснить. Очень мягкая, классная ткань. Состав здесь сейчас скажу, из чего. 50% катон, 50% акрил. Акрил, 50% акрил. Вы знаете, мне везет вообще в последнее время. Вот я забегаю вот так вот, реально вот беру. В этот раз, конечно, в прошлые разы, когда я что-то покупала, я прям брала, и все, что я взяла, все мне подошло, все прям взяла. То есть ничего не откладывала. В этот раз, конечно, были модельки, которые были мне какие-то большие или еще что-то. Вот. Но в целом, мне кажется, мне везет, и я реально купила прикольные вещички в этот раз тоже. Ну, посмотрите, как она на мне смотрится. Белая вообще, это всегда круто. Следующее, что я хочу представить вашему вниманию, это вот такое вот платьице. Вот такое вот. Оно меня, честно говоря, сначала такая смотрю, думаю, что за прикол, ну куда это? И потом меня осенило, куда оно мне нужно. Оно мне нужно для интерьера. В общем, оно будет, да, в интерьере у меня. Потом расскажу, покажу. Ну, в общем, на самом деле оно классное, и в нем я бы хотела снять какую-то фотосессию, потому что оно прикольное. Здесь идет какая-то жмаканная такая, жмаканная я ее называю, да, ткань. Не знаю, как вам показать ее поближе. Вот такая жмаканная ткань, и мои глаза. Мне очень понравилась вот эта бахрома, которая идет вот здесь, вот по всему периметру, наверху. И это все переходит где-то на бедрах, в районе бедер. Оно переходит все, вот здесь такая бахрома и такая приятная ткань. Я, кстати, не знаю, что это. Ну, поприятнее многих тканей, из которых делают что-то подобное. Короче, какая-то приятная ткань, я не знаю. И идут здесь две такие, дверюхи. Идут дверюхи такие. И оно еще идет наискосок. То есть вот так вот. И этот бант, конечно, тоже меня очаровал. Тоже у меня не было времени как следует его отгладить. Я его немножечко так прошла паром, но бант надо еще поправить. В общем, посмотрите, как оно на мне смотрится. И мне кажется, оно бесподобно. Это одна из моих находок, как в прошлый раз, если вы смотрели, килограмм за 400 рублей, где я купила платье, в котором снялась в своем клипе. И это платье вообще просто, я его, мне кажется, ни за какие деньги не продам, потому что я его... обожаю. И вот это платье будет из того же разряда моих находок. Вот. Крутое платье, а главное, что оно недорогое.
все, мои хорошие, это были все мои покупочки. Не могу сказать общую сумму, потому что, объясню почему, потому что я покупала немножко в разных магазинах. То есть рубашку, шорты мы покупали в одном магазине, да, там тоже был килограмм 250 рублей. Это сеть магазинов, не буду говорить каких, если уж кому-то сильно интересно, напишите мне в Инстаграме, я скажу. А остальные вещи я покупала в другом месте, в другом секонд-хенде. Поэтому общую сумму я сейчас, честно говоря, не вспомню, но в целом я сейчас вам скажу. Подождите. Нет, я вам сейчас скажу. Рублей 350 мы потратили на все. Каково, а? 350 рублей. В общем-то. Ну, где-то, я думаю, чуть больше килограммчика вышло. Все, мои хорошие, я надеюсь, мое видео вам понравилось. Если вы считаете, что я реально такая девчуля, которая нашла такие кайфучие вещи за такие манюненькие денежки. И если вы тоже считаете это крутым, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Я стараюсь, я про вас помню. Я вас люблю. Вы мои хорошие. Пока-пока. Я так все время поглядываю, когда поцелуйки вам шлю, чтобы я нормально выглядела. Потому что я там вас пугаю уже давно.